Значит, ну, а прежде чем приступить к какой-то показу одной из серий этого фильма, я хочу сказать, что сегодня довольно грустный день. 13 лет назад погибла атомная лодка «Курск». В моем родном Ленинграде идут травмные мероприятия на Серафимовском кладбище. И если можно, с вашего позволения, я спою. Спасибо. Можно и стоять. Давайте помянем это. Почти как память слова. Спасибо, прошу садиться. Сами 35 лет плаваю в океане, 15 раз погружаюсь на разные глубины подводного аппарата, к сожалению, слишком хорошо знаю все это. Памяти подводной лодки Курска. Наша держава, как судно, сбивается с курса, приходящие, как прежде, тревожен гриф. Вечный покой морякам затонувшего Курска, вечный позор адмиралам, покинувшим их. Вечный покой морякам затонувшего Курска, вечный позор адмиралам, покинувшим их. От разрывов расходятся в небе морозном, срамы имут лишь те, кого нету в живых. Вечная память солдатам, убитым под Грозным, вечный позор генералам, поставившим их. Вечная память солдатам, убитым под Грозным, вечный позор генералам, поставившим их. Снова нам жить меж собой мучительно совесть, вспомнить о том, что такое свобода и честь. Мир поделен на подонков, утративших совесть, и на людей, у которых она еще есть. Мир поделен на подонков, утративших совесть, и на людей, у которых она еще есть. Мой барабан ударит в усталые уши, стук гитары сердца позовут за собой. Бой продолжается вновь на воде и на суше, самый последний и самый решительный бой. Бой продолжается снова за юной душу, самый последний и самый решительный бой. Наша держава, как судно, сбивается с курса, верно приходящий, как прежде тревожен лих. Вечный покой морякам затонувшего Курска, вечный позор адмиралам, покинувшим их. Вечный покой морякам затонувшего Курска, вечный позор адмиралам, покинувшим их. Вечный позор.